Всем привет, я Леша, «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали. Мошенники снова взялись за старое. На этот раз они предлагают деньги и призы от имени Острова Чистоты. Об этом сообщается на сайте сети магазинов. Они рассылают сообщения в мессенджерах и предлагают пройти опрос, за который можно получить денежную сумму или приз. На самом деле никакой такой акции нет, поэтому будьте бдительны и никогда не переходите по подозрительным ссылкам. Я извиняюсь, но как только таких земля носит? В Минске двое парней заманили в квартиру знакомого инвалида, якобы для проверки компьютера, а сами издевались над ним. Его заставляли раздеваться до нижнего белья, танцевать на табуретке, его избивали, тушили окурки, а также прижимали пальцы плоскогубцами. Все это снимали на мобильный телефон. Более того, беднягу заставляли собирать стеклотару. Во время одной из таких вылазок ему и удалось сбежать. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. В Мозыре кот хотел погреться и попал в западню. Ночи сейчас холодные, животные часто ищут, где бы им погреться. Вот и вчера в дежурную часть МЧС поступило сообщение с просьбой о помощи. В моторный отсек автомобиля залез кот и выбраться уже не мог. Понадобилась помощь спасателей, они освободили пушистого. В ветеринарной помощи он не нуждается.